Дорожная разметка, издающая звук под колесами проезжающих автомобилей, должна подбадривать водителей во время монотонной поездки по равнинам Фрисландии. Она же предупреждает о приближении к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. Поющие полосы на участке шоссе, пролегающем через деревню Йелсум, исполняют гимн провинции при соблюдении автомобилистами скоростного режима 60 км в час. Но круглосуточная какофония не дает местным жителям спать. По словам Зицы Янсмы, нанесение разметки обошлось в 80 тысяч евро, поэтому ее устранение не станет большим ударом для местного бюджета. Как говорит его жена Риа, в прошлую субботу такси пролетали на высокой скорости, и гимн звучал в убыстренном темпе. Как сообщила местная пресса, власти вняли жалобам граждан и согласились убрать музыкальную разметку.